Всех с Рождеством. Погода на улице морозная. Я решила позавтракать и посмотреть сериал. Смотрю я этот сериал в оригинале, то бишь на пакистанском языке. Там где-то они говорят в промежутках на английском языке. Перевели только 10 серий. А я нетерпеливая, я смотрю в оригинале. Но сюжет очень хороший. Называется «Близко к сердцу». Производство Пакистан. Выпустили они этот сериал в 2023 году. Здесь 4 главных персонажа. Крутится это вокруг девушки. Ее зовут Сабрина. В детстве ее мама умерла, и отец привел девочку к сестре матери, чтобы она воспитывала эту девочку. Он женился, а жена не хотела принимать этого ребенка. Он вынужден был отдать на воспитание сестре матери. А у нее тоже своя дочь. И вот она 20 лет вот так воспитывалась, ей уже 20 лет. И вот сюжет начинается с того, что идет мероприятие интересное. Помолвка родной дочери вот этой женщины. А Сабрина помогает там, помогает сестре одеваться, маме помогает и так далее. И потом развивается сюжет этого фильма. Советую посмотреть. Я вот сейчас буду продолжать смотреть заключительные серии. Советую посмотреть. Очень хороший фильм. Называется еще раз «Близко к сердцу». А я буду смотреть и завтракать. Приятного всем аппетита. Это у меня отварное мясо. Вот нашла бутылочку с подливой. Остатки подливы вылила. И вот будет с чаем конфетки. Не буду вас задерживать. Кино уже идет. Так что вот так. Приятного всем аппетита и хорошего просмотра фильма. Обязательно посмотрите, не пожалеете.